Группа M-Band снимается в кино. Кажется, эту новость знает каждая школьница нашей страны. Создатели картины делают ставку на фанатов бойсбенда, у которого уже многомиллионная армия. Камера телеканала РУ-ТВ побывала на съемочной площадке фильма и застала там кого? Николая Баскова, который и поделился первыми кинематографическими подробностями. Играет группа M-Band, продюсирует это все Константин Меладзе, снимает Антон Калинкин. И вот я играю как бы звезду в таком всеобъемлющем масштабе, как бы звезду-звезду, такой кич немножко, ну, вы видите по моему костюму. И хотя повседневная одежда Баскова ничем не отличается от этой, в фильме он играет все-таки собирательный образ. А вот парни из M-Band будут сами собой, а поклонницам больше ничего и не нужно. Нам на самом деле очень легко, потому что ребята играют сами себя, я немножко утрированно играю звезду, меня не называют в фильме Николай Басков, я просто как бы играю такую гиперсубстанцию. Премьера полнометражного фильма с участием M-Band намечена на март 2016 года.